Сегодня должно было быть чаепитие. Я уже даже настроила фон, посадила котика и реально собиралась в магазин за тортиками. Но что-то пошло не так. Я увидела рекламу, что в Макдональдс итальянские недели. Я люблю, очень люблю все, что связано с Италией. Для меня это особенная страна. Я давно мечтаю там побывать. Надеюсь, моя мечта когда-нибудь осуществится. И, короче, я решила, что это нужно попробовать. Это панини. Пирожок итальянский, кажется, с томатами и моцареллой. Сейчас попробуем. Ну, никуда без картошечки. Всех сторон обкусала.
все-таки сниму его в следующем.
озеро. Забыла сказать. Где маленькая Алиса?